Ощутить сильный, однако весьма приятный мороз по коже сегодня можно, даже не отправляясь в Заполярье. Никакого экстрима и вреда для здоровья. Только современные технологии лечения и терапии. Новая услуга, услуга криосауны, появилась в перечне предложений Брестского областного кожно-венерологического диспансера. Благодаря лечебно-терапевтической системе, в основе которой пары жидкого азота, медики смогли показать и доказать – лечиться холодом можно и даже нужно. Современные криосауны на сегодняшний момент позволяют достаточно комфортно и равномерно провести охлаждение всей поверхности тела за счет равномерных потоков воздушно-азотной смеси, которая подается вот в это вот внутреннее устройство с температурой от минус 130 до минус 180 градусов. Добрый день, можно? Лечебно-терапевтическая методика впервые была рекомендована японцами. Чуть позже она распространилась на страны Европы и Америку. Криотерапия предусматривает погружение пациента в газовую среду криокамеры. При температуре порядка 120-180 градусов ниже нуля рецепторы кожи формируют и направляют в мозг импульс, который запускает механизм стимулирования защитных систем. Это в конечном счете и обеспечивает лечебный эффект, который заметен уже после нескольких процедур. Ну, вы знаете, я бы не сказал, что холодно. Вот если, как говорят, что столько градусов, я, допустим, не замечаю, что 120. Я бывал когда-то на севере, чувствовал минус 53, но это не то. Как-то, ну не так. Так не сказать, чтобы что-то такое, как дискомфорт какой-то испытывал, или что, ничего такого нет. Все, в принципе, приятно. Перечень показаний для использования криотерапии довольно велик. Заболевания опорно-двигательного аппарата и кожи, дыхательно-сердечно-сосудистые системы, варикозные болезни, гормональные дисбалансы. Может применяться криосауна и в профилактических мероприятиях. Может процедура использоваться с целью общей стимуляции организма, закаливания организма, омоложения. То есть в результате такого воздействия улучшается состояние кожи в целом, ну и даже можно так сказать, используется для профилактики старения организма в целом. Когда холод, в радость и на пользу – это о криотерапии. Ощутить эффект от экстранизких температур может любой желающий. Доступные цены, высокое качество обслуживания и, как результат, бодрость, арктическое здоровье, красота. Все это вам рады предложить по адресу Брест, улица Медицинская, 11, здание областного кожно-венерологического диспансера.